Всем привет, дорогие друзья, с вами Шет и... Винди, всем бобра! И сегодня мы решили устроить такие, знаете, карточные игры. Оказалось, что Винди тоже играет в Хардстоун. Ну, я в Хардстоун играю какое-то там время, не очень долгое. И оказывается, что Винди тоже это делает. И мы решили, а что бы нам не записать видео? Почему? Почему нет? И сейчас мы с ним сыграем 3 раунда и посмотрим, кто сильнее. О, при том, что у тебя есть хотя бы одна легендарка, у меня нет. Ну, давай посмотрим. Ну, я в Хардстоун не играл уже очень давно, ребят, чтобы вы знали, но... Ну как очень давно? Ну да, очень давно. Но надеюсь, что не разучился. У меня когда-то вот из одна из старых колод собранных есть, вот за нее и поиграюсь. Одна из старых колод. Эх, ребята, я чувствую, это будет не совсем честный поединок, поскольку я играю, ну, довольно... Ну, почаще, чем Витя, я думаю. Ну, увидим. Скорее всего, чаще. Ну, посмотрим. Господи, ну просто best. Лучшая стартовая рука, которая могла быть. Заберите нахер эти карты, дайте мне новые, пожалуйста. Ну, у меня 50-50. Ничего особо плохого, но и хорошее это тоже трудно назвать. А вот такую стартовую руку я люблю. Ну, давай. Чё, давай? Ходи. Ходи. Нет? Не ходишь? Нет. Давай, ждем твоего хода, посмотрим. Ну, тогда, пожалуй, я первый. Монетку с ходом закроешь? Угу. Ну-ка. Окей, Кинеч. Слушай, а у тебя там прям пропинговочка не слабая. В смысле? Ну, я походил где-то секунд 5 после этого увидел, что я походил. Да ты что, серьезно? Да. Ну, бог его знает, ладно. Я думаю, им пофигу просто. Так, иди отсюда. Потратишь заклинание, как мило с твоей стороны. Спасибо за карту. Да, обращайся. Спасибо за твой вынос, мой фонд. Под названием «Я вздрючу тебя по полной, сынок». На самом деле я сглупил, не надо было этого делать, потому что, блин, ну, бессмысленно было разыгрывать. Конечно. Я просто потерял заклинание. Конечно. Ща, ладно, ничего, вспомним, что как надо. Ну, давай-ка сделаем так. Фу, опасный молодой человек. А, да ладно, нормально. Да помогут мне духи порядков. Не давай, могу. Ходи. Еще как помогут. Где моя жрица? Я хочу жрицу. Че, тебе девушек не хватает? Жрицы не хватает. Жрицы ему не хватает. Ну ладно, ладно. Ну это как минимум. Это как минимум странно, ну ладно. Проюзаю заклинание. Почему бы и нет? Мне не жалко. Так, ладно, хорошо. Ну давай ждем. Че ты мне скажешь? А я тебе скажу. Знаешь, что я тебе скажу? Рок, о, давай, 4... Ты офигеешь с того, что я тебе скажу. 4-3 рок. Нет, подожди, я тебе скажу вот это. Я этим займусь. Я тебе скажу, я этим займусь. Ладно, окей. Ну, на этого грех не потратить такую штуку. Так и быть, я похожу с вами, видим? Давай. Ну-ка. Что ты мне ответишь? На это я тебе отвечу, знаешь что? Ух ты, у меня даже такая карта есть, супер. Ты даже не знаешь, какие у тебя карты там в колоде? Да, я не знаю. Неплохо. Вы берете... Ну я смотрю, у тебя явно не рашевый воин. Да какой раш, стачу. Ну ладно, придется походить таким не очень приятным ходом. Потому что я тебя не убью, даже если дам тебе по щачлу твоему противному. Так, хорошо. Давай думать, у тебя... Ну, допустим, у тебя есть заклинание. Следующий ход противника. Шу! Допустим, у тебя есть заклинание, теперь у тебя их нету. Даже самое слабое заклинание, ты на него потратишь. Допустим, мне на это абсолютно посрать. А, ну неплохо, так тоже может. Так. Ну, в принципе, ладно. И прикрою свою рожицу, свою прекрасную рожицу. Так, ладно, хорошо. Ира, у тебя прям серьезная колода, я посмотрел. Да не, фигня все это. Расслабь булки. С Наксарамуса, пацан. Ну да. Помню. Так, что мне с тобой там сделать? Ты его, в принципе, за этот ход не убьешь. Вот на тебе так. Конец. Бедное мое лицо, ты его прям кромсаешь только в путь. Ну да, вот посмотрим еще, что ты будешь делать. Че, убьешь Латхиба или на этого? Будешь на призрачного рыцаря. Тебе, в принципе, не хватит маны, чтобы его убить. Точнее, не хватит урона на столе. А, ну теперь хватит. Так. А вот хер там был. Да ладно. А, Латхиба. Окей. Винди, что у тебя там происходит, господи? У тебя там, по-моему, стол ходуном ходит. Нет, у меня какой-то чувак спер мотоцикл. Нифига себе мотоцикл. Переиграл походу в GTA-шку, решил его забрать. Ну окей. Так, все, иди нахер. Ожидаемо, я ждал этой штуки.
Животик Бобо! А такое ждал? Да, не очень на самом деле, но судя по всему, ты странный прист. Так. Ну, да, странный. Какой есть. Животик, говоришь, тебе Бобо, да? Ну тогда я тебе, пожалуй, сломаю твое подлое лицо. А каким образом, позволю узнать? Образом вот таким. Ну... Для начала. Так, окей. Неплохо, он постоянно получает, да? Плюс 2 к атаке, как я вижу. Да. Это ах, он плохо. Собачка, ну ладно, хорошо. Собачка, тролль. Один-один, о нет! Такую штуку не надо на столе оставлять. О нет! О боже мой! Так, ладно, ждем. Что же происходит-то? Тыкс. Чё-то как-то я не могу сейчас нормально скоординироваться после эпических сливов Heroes of the Storm. Ой, здрасте. Тады лады, давай сразу смертью. Смертью? Да нет. О. А что если я сделаю вот так? Ты не пройдешь. Удваивай жизни этого персонажа. О боги мой, господи, что я буду делать-то, а? Я, наверное, сделаю вот так вот и буду счастливо продолжать свою радостную жизнь. Неплохо. Спасибо. А ты думал, что я... Пальцем деланы? Не. Так, ладно, собрались. Сейчас затащим тебя. Да, наверное. Пути, какая прелесть мне пришла. Смерть? Нет. Да уж, смерть. Ехать! Взрыв разума. Я не знал, что такое дерьмо кто-то пользует. Одна из самых убогих карт. Да ладно, тебе ладно, как добивание вообще идеальное. Ну, для добивания, да, но где добивание и где я? 20 жизней, чувак. Ты погоди. Ладно, жду. Ты бы видел мои карты сейчас. Я гожу. Я гожу, что могу. Поклонись перед мощью Штормграда! Да вы издеваетесь! На. Are you fucking kidding me? Короче, ладно, окей. Я знаю, какой будет счет после этого раунда. У тебя зараза на столе 13 на столе и еще 5 на лице. Давай уж добивай, чего в следующий ход ты меня убиваешь. Если у тебя нет смерти. Даже если есть смерть. Ну если бы у тебя была смерть, ты бы уже кинул ее в одному из моих лицо. А что у тебя там за карта-то? Покажи хоть. На. Кто хотел увидеть? Раз. Супер карта. Два. Супер карта. Я понял, три. Что ты хотел бы сделать. Кстати, это могло бы сработать на самом деле. Да, какой сработать? Best ход ever! Да какая разница, у меня он был не спас. У тебя... Ну что ж, дамы и господа, первый раунд за дно колоды, которую я даже не знаю. Я просто... ходил. Молодец! Я делал штуки. Я, короче, тут такой, знаешь, развыпендривался, блин. Приглашаю, я не знаю, как спросить. Ладно, хорошо. Давай. Мама, я победил славу! Кот, я просрал Винди! Никому, кроме кота, до тебя дела нет, да? Нет, любому, кроме кота, стыдно это говорить. Не, я докажу, что эта колода может моя тащить. Давай. Я уверен, что можешь. Приглашай. Ну, так подожди, выбирай колоду. Мы же не отменили. А, да? Да. А. Господи, меня затащил чувак, который даже не знает, как... Фак. Винди. Ты откуда такой везучий взялся-то? Флавон, мне даже не надо тебя унижать, ты как-то сам себя унижаешь. Я даже не знаю, как в это играть, но, тем не менее, как так вот. Ну ничего, будем считать, что это просто карты не зашли, или я буки не собрал. Свет дарует тебе победу! Победа или смерть! Мне нравится повторять за ними. Давай, короче, каждый будет повторять то, что сказал его персонаж. Давай. Хоть бы там кто-нибудь сказал что-нибудь типа, там... Ты дно или что? Блин, у меня теперь нету моей любимой этой монетки. Ну, типа, монеточки нету. Пути без монетки, мне вообще не жить. Так, ну давай, допустим, сделаем. Так, второй ход. Ну, давай так. О, зануда. Ну, наконец пришла. Кто-то ранен. Никто не ранен. Надеюсь, ты не затащишь, не убьешь ее.
Ты в первом же. Так. Запугаю тебя этими звуками, которые похожи на хищника. Это странные звуки. Это звуки моего работающего мозга. Я знаю, не часто кто-нибудь слышит эти звуки, но однако. Ладно. Черт, у меня несколько вариантов, как я могу походить. Ну давай, удиви меня. Да подожди. Давай! Да ты серьезно, что ли? Тьфу, блин, вот. Бьет бабу! Так и думал, что не надо было выкладывать первый же ход. Ладно, нахер, тогда будем придерживаться своей обычной стратегии. Стратегия! Да. Пропускать ход! Отличная стратегия! Ну, сейчас посмотрим. Мне это надо. Мне это надо. В жопу шоколада. Нет, в рот шоколада. Ну, можно и в рот. Ладно, хорошо, да. Золото. Тебе можно в рот? Нет, что ты... Ты о чем думаешь вообще? Я не знаю. Фу. Я хочу есть. Фу. Чем дальше, блин, чем ближе к ночи, тем больше я хочу есть. Что за говно? Слышите звуки? Ну, конечно. Слышите звуки? Слушай, иди на... Все, знаешь, все, что все. Это? Это слишком нечестно, Фед. Я понимаю, что ты нечестный... А эти, человек, слышишь? Но это совсем... Уже другие звуки. Знаешь, что это? У меня целый пакет. На. О, неплохо. Молодец. Ой. Задолбали меня твои слабые существа. Слабые. Это, ну, моя колода, я думаю, называется модным словом Rush. В то время я не знал-то этого слова, но теперь-то я поднялся. Rush. Пошел нахер. Не пройдешь. Я пройду. Я будет возьму и пройду. Нафиг ты пойдешь. Нахер, я не пойду. Пойдешь. Я тебя убью. Да, ути-путь. Давай. Ну, давай. Иди. Давай. Иди. Рывок 4-3, давай. Откуда ты знаешь? Ну, давай. Ого. Ты что, смотришь на мой экран, скотина? Может. А что, обломался, все? Ну? Да нет, если бы у тебя был рывок 4-3, ты бы уже походил. Момент истины. Ты не пройдешь. Ну ладно. Передай мне тангенциальный вращатель. Ну ладно. Окей. Я не знаю, что ты хочешь от моего рывка 4-3, но я не буду его делать. А у тебя есть что? Ты меня пугаешь. Вот мы. Бань! Так. Тебе очень больно. Ну, ладно, попробуй. Господи, приди, пожалуйста, приди. Ой, иди ты в жопу, а. Ох, наверное, надо было все же убивать тебя. Ну ладно. Мне, короче, в этой колоде не хватает одной клевой карты, а атака становится равна здоровью. Потому что у меня есть дофига карт на прокачку персонажа, но нифига нету на усиление атаки. И обычно, как бы, у меня основная тактика у этой колоды, ты ждешь, короче, и ну, просто держишь булки, скажем так, в напряженном положении, и не даешь противнику ничего сделать. За вождя. Ну-ка, и что у тебя там еще один урон есть? Ну? Подожди, отстань от меня! Давай. Я не промахнусь, ты понял? Ой, ну? Один выстрел. А, фига, у тебя что, две петелки? Да! Прикольно. Я и мои девочки всегда рядом. Я и девочки всегда рядом со мной. Мои девочки не да. рядом. О да, господи. Давай. Да было бы чем давать. Ну, значит, не давай, пропускай. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. У меня в этой колоде явно не хватает существ, я считаю. Категорически не хватает существ, просто я вот. Я не знаю, чувак. Остро не хватает существ. Да, это нам у тебя что, не хватает у тебя что? Ту-ду-ту-ту-ду-ду-ту-ду-ду-ду. Сижу, короче, как... Так, давай, ну. Не дави на меня, я думаю. Давай, ходи своим этим героем, что... Ах, ты нет, нахера, вот я им вот уже всеми поударил. Может. Ну ладно. Чё таращишься? Чё таращишься? И смерть! Бум! Я вот так и вижу! Бум! Да и она. Была бы она у меня, эта смерть. Котычка! За нас сжата! Котычка! Давай вот так.
За наш жатай, да? Да, за наш жатай, ну давай так. Ух ты, ёшкин, матрёшкин! Эй, жизнь, что происходит? Ну ладно, давай так пока оставим. Ё-моё, я не знаю, что с этим дерьмом. Ладно, ладно. Что ж не знаешь? У тебя казнь есть. Ну, была бы она при руке вместе с возможностью. Хотя, блин, ну можно подождать. Ну подожди. Самое лучшее, что ты можешь сделать, это подождать, я думаю. Бля, ты плохой мне. Ну, типа у меня есть выбор, в самом деле. Ладно. Буду верить, надеяться. Че, серьезно, что ли? Ну а выбор есть. Да ты гонишь. Все, в жопу. Главное, что ты, короче, не это. Пожалуйста, приди, приди. И не то. Ну, можно и так было прийти. Нет, 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 не делай. Ладно, давай так. Так, пожалуйста, 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 пожалуйста. Давай. Ах ты ж драная ты. Шлюпка. Да, вот типа того. Давай, приди. Па-па-па-па-па-па. Что мы можем сделать с этим? Да. Да ни хера мы не можем с этим сделать, если быть откровенным. Ладно, хер с ним. Так, иди сюда. Я не промахнусь. По-моему, это лучшее, что мог сделать в этой ситуации. Хера себе трюки. Учитывая, какие у тебя там карты. Ладно, не сработал мой байт, не сработал. Ну ладно. Ну-ка, давай. Я надеялся... Тебе нужно еще 8 урона. У тебя есть 8 урона? Подожди, а спасибо, что сказал, кстати говоря. Я не заметил, что я могу тебя вообще-то убить. В смысле, ты можешь меня убить, что ли? Да ты гонишь. 8? Я пока не знаю, подожди, подожди. Ты издеваешься. Я думаю, отстань. Блин. Лошадь думает, человек соображать должен. Не-не-не-не-не. Ну-ка. Не-не-не-не. Хотя, может быть, да, а может быть, не. 6, 4. Где-то смерть дурацкая, а? Wait a second. Семь. А, бляха-муха, орешь ты, сука, какой везучий, а? Чё, одного урона, что ли, хватает? Да! У тебя семь рывка есть? Ну смотри, 6, 8 получается. 8 урона, у тебя остается 6. 2, 2. И одной жизни не хватает. Что у тебя там на 2 твоего? Неважно, ты не поймешь. Не поймешь. Давай, ходи, давай. Я должен сделать выбор. Давай. Заряжен и готов к бою. Ладно. Так, я плохо проиграл это, поэтому... Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Неприятно. Так, так. Все, хватит с меня. Я мог бы сделать гораздо лучше. У меня был персонажик, который мог бы прям все это обернуть в мою победу, но... Блин, просто слушай, Аки-лалка. Я забыл про него. Животик у него Бобо. А это животик Бобо, он говорит? Да, он говорит, животик Бобо. Я просто ни хера не слышу, что говорят. Ладно, давай, я думаю, сейчас... Прочисть. Не лишний будет. Ты все в меня решил, всю артиллерию выпустить. Ну, блин, жить-то хочется. Жить-то хочется, еще не так оскорячишься. Жить-то хочется, это да. Чё-то, блин, слушай, как ни странно, против самой обычной колоды моя что-то не играет. Вот это просто я. Вот это я в шоке просто. Я мастер. Так, 2. Ты где-то. Ты как вообще собирал, мне интересно? Рандом. Закрыл глаза и нажимал кнопки. Ой, да иди ты. Рандом. Мой клинок жаждет крови. Так, хватит. Да, хватит. Ну-ка. А, у меня даже лучше все будет, по идее, да? Да? Не? Да, не. Yes, no, maybe so. Ну ладно. Ну-ка. Моя крушить. Это раз. Та-та-та-та-та. Что у нас там будет? У нас будет, блин, вот эта жопа. Моя ломать. Ломать. Это 2. И все. Убивать я его не буду. Ну, как минимум, одного из них ты не можешь убить, ни боли, ни смерти. Ну,
Блин, да я, слушай, я эту смерть и боль забыл уже, как они выглядят. Если честно. Как только ты их увидишь, ты их узнаешь. Жизненная кара. О нет, господи боже мой. Увеличивает жизнь, о нет, господи боже мой. Ни в кого. Так, и что у нас тут выходит на повестке дня? Это сколько? Здравствуй! Да ты чё? Так, значит, это получается... Да, 9, 15... До побачення, Шет. Ой, да иди ты в жопу, а! Бум, бум, бум. И аудитория ликует! Ну, технически я уже победил. Или мы до трех побед? Ну, технически да, уже победил. Слушай, ну? Да ну нахер. Это тогда вообще... на этом мы закончили наш первый раунд. Это вообще жопа. Да. Ладно, окей. Признаю. Признаем. Что-то как-то нехорошо пошло. Ладно, ребят, на этом заканчиваем, давайте. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наши каналы, оставляйте свои комментарии. Там ссылочки в описании. Всем пока-пока-пока. Удачи. Всем пока. We'll be right back.